прекрасные рукодельницы, я рада приветствовать вас на своем канале. И хочу сегодня провести мастер-класс вот по такому интересному рельефному узору, который имеет очень ярко такие выраженные очертания. Мне издалека он напоминает подковки, собранные в ряд, но также легко сойдет за косички, которые вы можете вплести в ваш основной узор, например, аранового джемпера. Друзья, раппорт такого переплетения составит 12 петель и 6 рядов. Я приступаю к мастер-классу и все внимание на экран. Первый ряд мы провязываем 4 изнаночные и 2 петли лицевые. Чередуем таким образом наши петли и по факту получаем резинку 4-2. Второй ряд мы будем вязать так, как у нас ложатся петли, и в данном варианте мы просто меняем 4 петли лицевые и 2 изнаночные. Третий и четвертый ряды мы провязываем как первый и второй. 4 петли изнаночные и 2 лицевые. Четвертый ряд вяжем так, как ложатся петли, 4 лицевые и 2 изнаночные. Мы дошли до основного пятого ряда, где у нас произойдет скрещивание петель. Делим мысленно узор на секции и начинаем вязать. Снимаем кромочную, провязываем 4 петли изнаночными. Доходим до лицевых и начинаем скрещивать, перекидываем их на правую спицу. Далее провязываем 2 изнаночные. И вот таким вот образом делаем перехлёст. И 2 лицевые. Теперь 2 изнаночные перекидываем. Провязываем 2 лицевые. И делаем перехлёст. У нас получается встречная косичка. Далее вяжем 4 изнаночные. Подходим к следующим двум лицевым петлям и таким же образом перекидываем, не провязывая. Далее 2 изнаночные. Делаем перехлёст, довязываем 2 лицевые, перекидываем 2 изнаночные, вяжем 2 лицевые. Делаем перехлёст. И довязываем 4 изнаночные.
Далее заключительный шестой ряд мы его провязываем, как все четные ряды. 4 петли лицевые, 2 изнаночные. Четыре петли лицевые, и 2 изнаночные. Друзья, наш узор готов. Мы использовали метод скрещивания петель, как во встречных косах в пятом ряду. И у нас получилось вот такое вот изумительное переплетение. Не забудьте поставить лайк, я думаю, я заслужила. Обязательно позитивный комментарий. И днем позже выйдет ссылка на печатную версию данного узора на моем Дзен-канале. Обязательно переходите. И в свою очередь, если вы смотрите меня со стороны Дзен-канала, добро пожаловать на YouTube. Мне будет крайне приятно. Всем отличного настроения. Я прощаюсь с вами до завтра.